И также урон с шафта по телу в Никс. Ой, хорошая ракета. Ой, хорошая комба. И следом Питер. Хорошие штрафовые ракеты по доскам. И плюс этот пикер, который... Попытка скомбинировать, и да, прекрасный рельс. И вот уже 6. Но совсем мало времени до конца. Невероятно, это первая карта. Все же, достаньте строго. Да, вот седьмой фраг. Как только появляется, уже подобрав рельсу и отстреливается против машингана, но пока не получается попасть в этого рейнджера, который делает первый фраг. Пусти. Так, есть подбор красного, который должен спасти в этой схватке. И да, рейнджер красный появится через 5. Ой-ой-ой, какой фраг сейчас был. Бедняга Лерой, и здесь еще один подлов на меня. У него ракетки под себя дешевле, чем у всех персонажей вместе взятых. Ой, хорошо. Ой, какая сотня. Следом классная арба, но увы. И пока что Анарки живет и бегает. Ох, как здорово сейчас поймал. Даже не видел. Героя в данном случае хорошо зарешал. Опа, обоюдный фраг. И уже продолжать преследование. Ну, Анарки старался всеми силами дать. И почти обманул своего оппонента. Успевает Галина поставить под себя. Серьезно получается. С обеих сторон ракеты летят, но сотня. Убирает Мигу и... И очень много дэмэджа в себя ловит. Стоит уйти и помог Рому обойти со спины и сделать фраг, а следом догонять, и еще вот сейчас должен быть. Но нет. Ну почти, да. Неудачный рокет джамп со стороны Чьеры. К сожалению, а здесь... О, Ром! А чего же он ждал? О, прекрасный штраф. Здесь еще и сверхтотем, и еще одна... На секунду, но почти убежал Дум, но подорвался на тотеме. А здесь еще и следом две релисы. Еще один тотем на оверхилл. Так что мига ему сейчас не нужна. И будет ракетами ловить. Сейчас Чера Рома. Хотя вот тот, казалось бы, занес сотню, но недостаточно. А здесь еще и комбаш. Даже вот этот штраф уберегает Галину от неминуемой смерти, казалось бы, но здесь... О, Ром! Хорошая ракета, но при этом хороший додж от Данчеза. А Хэдл уже лежит. Пара секунд не хватило и... Прогрел своего оппонента, хотя при этом в него прилетело больше дэмэджа, но... Успевает сначала поднять. Устремляется в погоню за Биджием. Но при этом аккуратненько. Подсунувшись тремя рельсами. С обеих сторон лайтнинг, но здесь мощнее и точнее оказался. Прогнозируемый выход из портала, который тут же ловится гвоздями в сторону Пепка. И здесь... И почти всегда точно заносить рельсотрон. И вот на пикере догоняет и подрывает пикера. По кругу, но здесь ее Вайзер ждал. Все эти прыжки наказал, но при этом Мегу отдал. И не с шагами. Пытаюсь не встретиться с Вайзером, но Вайзер уже наверху ждет. Предсказал все события, но увы. Галину. Но. Пробег по кругу. И уничтожение тотемов. Да. Ситуации. Очень хорошо заносит. Тут еще одна сотня и 55 второй ракета. И следом еще и две рельсы. Это девятый. Никс хорошо рельсу заносит. И при этом Афина скрывается от дэмэджа на лебедке, но не прокатывает на шафте своего
врага и следом заносит ракету, но, увы, даже сплэш не попадает, но зато есть критический. Один рельс в тело. А здесь уже перестрелка за Хэви, где Данчес ее подбирает. Ну, Афина продолжает. Сейчас не увидел, но все же подождал своевременно выхода из портала. И первый фраг смог сделать. А здесь еще и арба. И 15 секунд. Дюнги. Использовал шприц анарки, при этом очень рисковали, но... лечиться, а следом уже выдвигается за скоро появляющимся Хэви, но нет, не тут-то было. Смог в рейнджера, но это размен предметов, Хэви достается анарки, и здесь две ракеты, а следом еще одна, и вот уже сразу... 7 единиц здоровья, срочно надо лечиться, срочно надо с осторожностью, почти улетел с карты, но телефраг... чтобы уже начать отстреливаться. И да, отбрасывает. Отбрасывает анарки и следом добивает того, который бить. Но зато успевает использовать шприц. Опа. Хорошая отвлекающая сфера, но, увы, здесь агент предмет без какого-либо сопротивления. Но при этом две ракеты залетают в агента, оставляя того почти без здоровья и... да и запросто забрать Мегу и уже идти в открытую агрессию, но здесь не сдюжил, ракета прилетела в агент. Надо Данчезор, но все же вовремя, вовремя вывернул, все как надо. Сначала шотганом, а затем шафт. Здоровье, да, здесь он не сдюжит и, естественно, без каких-либо проблем. Галина с ним перестреливается и даже сейчас... своего врага и 8 фрагов против 2. А здесь стартовый шотган заезжал и 16 побеждает Данчес. Отлично, отличный подход.